Станция метро Арбатская. Это здание Министерства обороны. А здесь у нас проходит улица Воздвиженка. Вот она сейчас будет передо мной. Тут дом национальности, дворец, если не ошибаюсь, Савы Морозова. Это вроде ему мать сказала, что после того, как он построил этот дворец, что раньше, говорит, одна я, говорит, знала, что ты дурак, а теперь вся Москва, говорит, об этом знает. Вот. Ну, там находится у нас сейчас Государственный комитет по содружеству. В общем, что-то аналога бывшего Министерства национальности сталинского. Вот эта улица Воздвиженка. Дальше она идет в Кремль. Собственно говоря, Кремль отсюда видно. Вот он. Одна из башен Кремля. Вот. Это вот бывший военторг. Его переделали до неузнаваемости. Сделали там не военторг, а какой-то банк, если я не ошибаюсь. Очень много машин с мигалками здесь. Ну, еще.